Почему новый хищник 2018 года такой слабый? Есть разговор. Ну ясно. Он опять что-то натворил. Фильм. Да все просто. Потому что в нем нет ни крутых героев, ни Шварценеггера. Ах ты сукин сын. Ни команды крутых военных дядек, за которых переживаешь. Мы спасатели, а не убийцы. Нет никакой демонстрации мощных пушек. Что за черт? Нету такого количества и качества действия, как было в фильме 87-го года. Пора, малыш. Начните его! Кто это? Ложи! Охереть! Он мне сина похлеще нас! Блять! Прошло 30 лет. Неужели нельзя было сделать с размахом трансформеров новых хищников? Ты не блещешь умом. Добро пожаловать в психовозку. Маккенна. Небраска Уильямс. Это Койл. Это Линч. Мы наемники. Вы все равно не поверите. В новом фильме есть темный лес, но нет густых джунглей. Что за хрень? Охота получается совсем другая, не такая, как в прошлый раз. То, что сняли и выпустили на экраны в 2018 году, это совершенно другой фильм. И я бы сказал, что это детская комедия. Колись, чувак. Я повздорил с пришельцем. Просто со взрослым рейтингом. Авторы хотя бы удосужились не убирать из фильма излишнюю жестокость, кровищу, без которого хищник превратился бы просто в жалкую пародию. Этот урод убил моих людей. Пришли. Главный вопрос. Почему сам хищник в фильме оказался таким слабым? Да все просто, потому что слабая фантазия сценаристов. Если в фильме 87-го года все до смерти боялись невидимого охотника, и это просто передавалось с экранов. Каждый член отряда Дача это чувствовал, ощущал на себе и... то в новом фильме этого просто нету. Нету не то, что такого ощущения. Нету в принципе ощущения, что происходит что-то страшное. Ведь группа фриков, которые больше похожи на алкашей и наркоманов, они не способны даже сами с собой справиться. Чего уж говорить об инопланетной расе. Хищники используют слабости жертвы. Выслеживают ее. Это как игра для них. И она им нравится. Это не хищник, это скорее охотник. Мы проголосовали. Хищник круче, да? Да! Вот так. Считаю новый фильм не самым плохим ужасным фантастическим боевиком современности, но это полный провал и издевательство над первоисточником. У вас есть план? Бывший снайпер-псих и команда полоумных? Вы чокнутые, да? Да! Господа, они огромные, они быстрые, и отрывать вам бошки для них, как аттракцион. Где нормальный взрослый юмор, если уж у фильма рейтинг R? Есть кровь, его можно убить. Где интересные перестрелки, где масштабные разрушения, где хоть что-нибудь, кроме компьютерной графики? Черт, я, кажется, понял, мы все сдохнем. Где саспенс, где триллер, где неожиданные моменты? Ни хрена этого нету. Это я так, к слову. Новый хищник не так уж и плох. Он у нас охотник. И собачек прихватил. Если вы не фанат этой серии... Это не полный трэш, это не кошмар, это не низкобюджетная подделка. Shut up!
Это просто очередная очень среднего качества глава в известной вселенной. Будем надеяться, что такое больше не повторится, и в следующий раз нам покажут действительно что-то стоящее. Да ты урод, настоящий ублюдок. Но мы еще живы. Так что иди сюда, ублюдок.